Я с вами Виктория. Сегодня я вам предлагаю рецепт домашней выпечки — печенье на кефире. Готовится все просто, быстро. Оставайтесь со мной. В конце я печенье попробую и расскажу вам, какой у него получился вкус и его преимущества. Если рецепт вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. В емкость выливаю кефир. Полное количество продуктов я вам оставила в описании под видео. В кефир добавляю одно яйцо. Добавляю 1/3 чайной ложки соли и 50 грамм сахара. Хорошо перемешиваю вилкой. Сюда же добавляю растительное масло 80 миллилитров. Еще раз немного перемешиваю и добавляю сюда муку. На начальном этапе я буду добавлять 300 грамм, и потом, может быть, понадобится плюс-минус еще 50 грамм. И добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваю вилкой. Ну вот, я вижу, что у меня еще муки маловато, тесто еще получается липкое. Это в зависимости от муки. Добавляю еще 50 грамм и буду вымешивать руками. Вот тесто получается мягкое и не липнет к рукам. Тесто разделю на 4 части. Каждую часть раскатываю в небольшую колбаску. Делаю это для удобства и делю эту колбаску на 5 частей. То же самое проделываю со всем тестом. Каждое печенье получается, каждый кусочек получается примерно по 40 грамм. Так, я подготовила уже противень, положила на него пергаментную бумагу, подготовила тарелочки с сахаром, в которых я буду обмакивать печенье с одной стороны. И сейчас буду формировать печенье. Из каждого кусочка формирую вот такой шарик. Можно шарик оставить просто, я приплющиваю шарик, в серединке буду делать вот такую вот небольшую дырочку для красоты и беру вот такую вот от шоколадного яйца формочку, отрезаю вот эту часть и вот этой частью буду делать узорчики. И вот так узорчики делаю. Можно сделать просто без всяких узорчиков, но я решила вот так сделать. Посмотрим, как будет смотреться. И обмакиваю немного в сахар. Укладываю на противень. Укладывать нужно на небольшом расстоянии, таком вот примерно. Сколько, 2 сантиметра где-то вот так, потому что печенье будет подходить при выпечке и чтобы оно не слиплось. И таким образом поступаю с оставшимся печеньем. Готовится все очень быстро, просто. Получается очень вкусно. Простой рецепт и печенье в заметку. И духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Отправляю печенье в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Ориентировочно на 25-30 минут. После 25 минут приготовления можно открыть духовку и проверить. Выпекаем печенье до золотистой корочки. Печенье у меня запекалось 35 минут в итоге. Даю печенью остыть, и затем я буду его пробовать и покажу, какое оно получилось внутри. Ну вот такое красивое печенье у нас получилось, как и обещала. Печенье сейчас попробую. Я уже начала его пробовать, чтобы вас долго не задерживать.
Сразу могу сказать, что получилось очень вкусно. Сахара мало в этом рецепте. Это одно из его преимуществ. Также сахар можно немного регулировать. Я его обмакивала с одной стороны в сахаре, как и положено по рецепту, и в белом сахаре, и в коричневом. Мне больше нравится с коричневым сахаром. Получается более ароматно и более красиво тоже. Видите, они такие более зажаристые получаются. Вот это вот с коричневым сахаром, а это вот с белым сахаром. Ну, тоже очень вкусно. Само тесто очень рассыпчатое получается, немного похоже на песочное. Отличный рецепт выпечки к чаю. Довольно-таки бюджетный, потому что продукты все простые. Очень рекомендую вам попробовать, не пожалеете. Если рецепт вам понравился, как всегда, не забывайте подписаться, ставить лайк и пишите мне свои комментарии. Спасибо, что смотрите меня. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!